В Гендже продолжаются мероприятия по дезинфекции, а также просветительские мероприятия, основная цель которых – предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Улицы и проспекты города, парки, аллеи, а также подъезды, лифты в домах регулярно дезинфицируются. Работа проводится в предприятиях общепита, банка во всех сферах обслуживания, в общественном транспорте. С учетом восстановления работы торговых центров по инициативе исполнительной власти города Гендже, в крупном универмаге города также были проведены дезинфекционные работы. Дезинфекция проводится также в Гендженском региональном сервисном центре «Асан». Продолжается деятельность 32 мобильных групп при исполнительной власти Гендже, созданных в штабе по контролю за вирусом COVID-19. Основная цель – просветительская работа среди населения. Представители этих групп посещают супермаркеты, магазины, аптеки, рестораны и кафе. Они проверяют уровень соблюдения требований особого карантинного режима и проводят информационные разъяснительные разговоры с жителями. В ходе разговора подчеркивают важность соблюдения правил, а гражданам, стоящим в очередях, напоминают о необходимости соблюдения дистанции в 2 метра и необходимости использования медицинских масок. За нарушение правил оштрафован 2371 гражданин. Алагёс Гаджиева, CBC.